пациент берет предмет и поднимает, и появляется боль. Вы можете сделать следующее. Вы можете выключить из движения кисть, лучезапястный, локтевой сустав. С утяжелением сделать вот такое движение. Если вам становится легче и боль уходит, тогда проблема на самом деле не в плече, а вот в этих суставах, которые выключены из движения. Вам трудно отвести руку, здесь проблема может быть в нестабильной лопатке. Что вы можете сделать? Вы можете попросить кого-то зафиксировать руку лопатку, либо просто подойти к стеночке и опереться лопаткой о стену, то есть застабилизировать. Если движение стало легче, это говорит о том, что есть проблема в стабилизаторах лопатки. Это может быть проблема с шейным отделом. Вы можете, зафиксировав шейный отдел, сделать аналогичное движение. Улучшение и уменьшение боли говорит о том, что есть проблема в шее. Придавили ключицу сверху, сделали отведение, стало легче, проблема в ключице. Такими простыми способами вы можете сами отдифференцировать, на каком уровне есть нарушение, которое дает боль в плечевом суставе.